я коротко скажу, сегодня ЦСКА победил заслуженно. Был сильнее нас практически во всех компонентах. И самое главное, что был сильнее нас в скорости. То есть в движении, в командной. Отсюда у нас пошли удаления. То есть было проиграно много единоборств. То есть сегодня так по большому счету можно было, конечно, зацепиться, если бы не пропустили гол в концовке второго периода. Еще какие-то шансы у нас бы оставались. А так этот гол, можно сказать, в раздевалку так как бы уже все поставил на свое место. Поэтому ЦСКА сегодня, еще раз повторю, победил заслуженно. С победой. Да, хорошая победа. Здорово, что забили достаточно, если брать последние игры, много голов. Понимаете, когда голы забиваешь, получаешь уверенность. Это здорово. Надеюсь, будем продолжать забивать в таком же духе. Вот. Здорово. Единственное, что, конечно, вот этот гол смазал. Может быть, Стас там помочь, надо было на ноль сыграть. Не получилось. Ну, ребят, молодцы. Я думаю, что нам сегодня матч удался. Спасибо. Да, Косту когда ожидать? Он опять раздевал. Сейчас ходил. Я его увидел, сразу вспомнил, что все-таки до Нового года сыграет. Есть шанс? Не знаю, я честно говорю, этого парня я не знаю, когда он будет играть. Надеюсь, что он до Нового года сыграет, надеюсь, но... Он операцию сделал, нет? Да, он... Мы его очень так бережем, он у нас большое количество провел реабилитации в Германии, так что... Ну, на лед он еще пока не вставал, Опять же говорю, то, что будет он, надеюсь, что после Нового года точно он появится. До Нового года, не знаю. Пожалуйста. Матч 4, матч. А Пирсель, что у нас так не так много играет, еще не готов? Ну, ждем от Анти так большего, даем ему играть и в основных линиях. Вот, конечно, ему тяжеловато все-таки, много там без команды был, пришел, ждал, много там разрешений на работу. Но еще раз говорю, что он нам нужен, посмотрим. Больше от него ждем, нужна его, он катается, скорость его нужна, но еще нужно, хотелось бы голы его.